Григориопольский район. Итоги года. Президенту докладывает глава. В 22-м открыли 20 новых объектов торговли и сферы услуг. Магазины, кафе. Работают более 2000 индивидуальных предпринимателей. Почти половина – это крестьянско-фермерские хозяйства. В помощь – льготные кредиты. На кредитование крестьянско-фермерских хозяйств, имеющих в пользование до 200 гектаров земельных участков сельскохозяйственного назначения, на приобретение ГСМ, семенного и посадочного материала, удобрения пестицидов для осуществления сельхозпроизводства было направлено 3 миллиона 370 тысяч рублей. Капвложения. В 22-м ремонтировали сельские школы в Спее, Красногорке, Малоештах. Построили спортплощадку и обновили пищеблок во 2-й Григориопольской школе. В детсаду в Буторе был капремонт. Заменили крышу в спортшколе и ДК в селе Делакео. Открытие года – школа картинга. Там занимаются полсотни спортсменов. В прошлом году, по итогам 5 этапов открытого чемпионата Республики Молдова, григориопольская команда «Пилот» заняла первое общекомандное место, а в личном зачете чемпионами стали 2 наших участника. Кроме этого, на территории картодрома организована и предоставляется платная услуга по прокату картов. Любой желающий за сравнительно небольшую плату может попробовать себя в этом увлекательном виде спорта. Еще факты из отчета мэра. Кинотеатр «Восток» в прошлом году посетили почти 15 тысяч человек. Там работает информационный центр для туристов. Проводят выставки. Есть аттракционы. Их посетили почти 9 тысяч детей. А в центре Григориополя у лестницы в парк заработал лифт. Это удобно для особенных людей и мам с колясками. Город Григориополь с каждым годом подтверждает свое название, что он город. Так сказать, не на бумаге, а по сути. Вот. И, конечно же, надо и дальше развиваться, именно городу Григориополь и району в том числе, конечно же. У вас, в принципе, все получается, идет развитие, надо приобщать к спорту детей. В Григориополе есть своя спортшкола. Там занимаются футболом, тяжелой и легкой атлетикой, шахматами, борьбой, настольным теннисом, греблей на байдарках и каноэ. В прошлом году юные спортсмены участвовали почти в сотне соревнований, показали хорошие результаты. Президент дал оценку госадминистрации и главе. В целом я удовлетворен вообще работой главы госадминистрации. Я так думаю, что вот администрация Григориополя и районный совет, городской районный совет именно Григориополя, показатели вообще нормальных гармоничных отношений. И совместным трудом, конечно, добиваетесь и результатов. Вадим Красносельский признал работу госадминистрации удовлетворительной.